В первый день 4-го Восточного экономического форума Сбербанк подписал ряд соглашений с представителями власти и бизнеса на Дальнем Востоке. Документы закрепили договоренности в части финансирования проектов, которые реализуют в регионе, и планы по стратегическому партнерству и развитию эффективного сотрудничества в сфере кадровой политики и управления внутренними бизнес-процессами. Также подписано соглашение по развитию программы «Деловая среда». Если говорить о масштабе программы, в нее будет вовлечено 22 региона страны, и примерно 5000 человек получат бесплатное бизнес-образование. Это очень важно, потому что это помогает более эффективно выстраивать собственный бизнес, быстрее развиваться, конкурировать в непростых условиях. Подписанное соглашение о стратегическом сотрудничестве Сбербанка с ключевым клиентом авиакомпанией «Аврора» направлено на углубление партнерских отношений, а также предусматривает обмен опытом в построении операционных процессов, управлении рисками и проектной деятельности. Эти соглашения юридически оформляют наши договоренности по расширению банковского сотрудничества, причем не только в сфере традиционных банковских услуг, таких как кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, но также в части совместного ведения бизнес-процессов, процессов, нацеленных на повышение эффективности. Рассчитываем, что в дальнейшем наше сотрудничество будет еще более успешным. Также Сбербанк подписал трехстороннее соглашение с компанией по созданию горнодобывающих предприятий и переработкой железнорудного сырья на Дальнем Востоке ARC Limited и компанией Сбербанк Инвестиции. Документ предусматривает всестороннее сотрудничество в областях кредитования, инвестиционно-банковского обслуживания, аналитической и информационной поддержки. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.